Савинова Сергея Викторовича, родившегося 28 июня 1974 года в городе Саратове, гражданина Российской Федерации, имеющего высшее образование, женатого, имеющего двоих детей, 15.03.2000 и 12.08.2005 года рождения, пенсионер по инвалидности. Вторую группу, проживающую по адресу город Саратов, Первомайский поселок, 6-й проезд, дом 21/23, квартира 19, несудимого, защитник, адвокат Петря, рассмотрев постановление следователя СО по Волжскому району, город Саратов, СО СК РФ по Саратовской области Воротникова, о возбуждении ходатайства об избрании меры пресечения и заключения под стражу в отношении Савинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 30, часть 3, 159, часть 4 Уголовного кодекса Российской Федерации, установил Савинов органы предварительного расследования, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьями 30, часть 3, 159, часть 4 УК РФ, 23 июня 2016 года Савинов задержан в порядке статьи 91 УК РФ. Из содержания ходатайства следователя видно, что обоснованием невозможности избрания более мягкой меры пресечения является то, что, по мнению следователя, находясь на свободе, Савинов может скрыться от органов предварительного расследования суда, оказать воздействие на участников процесса, уничтожить вещественные доказательства и иным образом воспрепятствовать производству по делу. Выслушав прокурора и следователя, задержавших ходатайство, полагавших необходимо применить в отношении обвиняемого меры пресечения и заключения по стражу, заслушав обвиняемого защитника, заражавших против удовлетворения ходатайства, проверить представленный материал, с учетом ходатайства следователя обоснованных, изучен удовлетворение материал, содержит достаточное обоснование отчетно расследования обоснованного подозрения в совершении цивильного преступления, необходимости избрания в отношении меры пресечения и заключения по стражу. Суду представлены конкретные сведения, указывающие на причастность к расследованию преступлению именно этого лица, которые на данном сайте суд считает достаточными. Судом учтено наличие обвиняемого двоих детей, инвалидности второй группы, отсутствие судимости и отрицательных характеристик, беременность жены, однако данная личность обвиняемого не является определяющим при решении вопроса об избрании меры пресечения. Вместе с тем Савинов обвиняется покушение на тяжкое преступление, за что предусмотрено наказание или лишение свободы на срок до 7 лет 6 месяцев. Имеет 3 автомашины, заграничный паспорт, отказался предоставлять образцы для сравнительных исследований, имеет свободный доступ в ООО «Центр судебных экспертиз», где могут находиться документы, имеющие значение для дела знакомств, рядом свидетелей и вторым обвиняемым. Что в совокупности с конкретными данными о личности обвиняемого дает суду достаточно оснований полагать, что находясь на свободе, он может скрыться от органов предварительного расследования суда, оказать воздействие на второго обвиняемого, потерпевшую свидетелей, дающих и заключающих его показания, уничтожить вещественные доказательства, либо иным способом воспрепятствовать расследованию группового, как следует из предъявленного обвинения и преступления. Сведения о наличии Савинова заболевания, препятствующих его содержанию в следственном изоляторе, не имеется. С учетом изложенного, суд считает необходимо брать в отношении обвинения Савинова меры пресечения и заключения по стражу, невозможно применение иной более мягкой меры пресечения. На основании изложенного, руководство статьи 108 УК РФ постановил избрать обвиняемого Савинова Сергея Викторовича меры пресечения и заключения по стражу, содержание в следственном изоляторе города Саратова на срок 2 месяца, то есть до 23 августа 2016 года. Настоящее постановление может быть обжаловано в Саратовском областном суде через Волжский район суд города Саратова в течение 30 дней вынесения.